Главное было бы желание. Остальное будет. То есть, когда человек хочет восстановиться, он восстановится. Если человек не хочет и ищет отговорки, он никогда не вернется в строй. То есть, я когда сломался, я сразу первое, что сказал, то, что я вернусь. Никто в этом, ну, сначала, конечно, сомневались, что это как бы амбиции, но я вернулся. То есть, я убрал все сомнения, и на данный момент я показываю два своих снаряда. Третий на подходе, вольные упражнения, которые я на круглом озере уже катал комбинации, я уже делал. Здесь решили пока их не делать, поберечь ноги. То есть я вернул три снаряда в строй. Тренировка может пройти по-разному. Если плохое самочувствие, нет настроения, что-то болит, что-то беспокоит, из-за этого как-то идет не так, можно откатиться на школу, на школьные элементы, поделать школу, попробовать поднять себе настроение, потренироваться в игровой форме. То есть пойти там туда, на какие-то другие снаряды, отвлечься и поработать какие-то другие элементы. То есть, а если эта тренировка подготовительная к соревнованиям, то ты должен плохо тебе, хорошо, можешь, не можешь, работать, делать через «не могу», через «не хочу», только так ты сможешь добиться какого-то результата. Ну, конечно, это двое Олимпийских игр. Ну, Олимпиада, она раз в 4 года. И первая Олимпиада, я помню, когда мы туда приехали, прошли квалификацию, я попал в три финала. И когда прошел командный финал, и то есть осталась подготовка только к личным, я не помню, я, наверное, не спал вообще там. То есть такое ощущение было, что ложишься, как бы, открываешь глаза, уже утро, уже в зал ехать. И такое ощущение, что ты не спишь по ночам, и это все нервы, волнение. То есть это такое, ну, очень такое, ну, приятное чувство, но когда ты возвращаешься с Олимпиады, ты начинаешь просто отсыпаться первые дни, по-другому просто никак. Но у ребят сборной база ниже, чем у меня. Поэтому по исполнению, возможно, кто-то может, да, получить оценку больше меня. Но, опять же, если я где-то ошибусь, я думаю, у него должно быть упорство, характер и устойчивая психика. Да я бы не сказал, что какие-то суеверия. Так, я не меняю купальник. То есть я вот как начал квалификацию в одном, я иду в нем. Знаете, я стал по-другому смотреть на некоторые вещи, на свою работу. То есть я прихожу и я стал понимать, для чего я прихожу в зал. Не просто так прийти, да, там, потренироваться или на сборы ездить, просто так вот поехал, месяц пробыл там, вернулся. Как бы пришел на соревнование, упал, да, там, и думаешь, а, все, что. Сейчас немного по-другому все стало. И ты прекрасно понимаешь то, что твоя работа, она не должна пройти зря. Она должна, где-то должен быть выхлоп от нее. То есть, и вот это либо соревнования, либо какие-то контрольные тренировки. То есть, это все должно показываться. Я так скажу. Если я попаду на Олимпиаду, у меня все сложится с этой Олимпиадой, я, возможно, останусь еще на 3 года. То есть, я пока не планирую заканчивать. Пока я себя чувствую хорошо, здоровье позволяет. Есть энергия. Я работаю, хоть я и возрастной, но работаю как молодой. Как будто мне 20 лет. Все очень сильно удивляются этому. Поэтому все будет ясно после этой Олимпиады.